Ёвки-картошки, свинки-радужные колесики. Нельзя летать нам. Все свинки должны быть улетные. Двигатель такой чертовым двигателем. Они не хотят лететь. Свинки, пускай не погибнут. Они летят. Свинки летят с радужными колесиками. Свинки с радужными колесиками никогда не летают. Вот, видите, даже золотые кольца запрещены. Кто дальше поедет нам? Ёшки-картошки, король. И кто это? Шарики вам не нужны. И звездочки тоже. Это, как вы догадались, это обновление Bad Pigs. Видите, добавили Hidden Loot Crates. Скрытые лутовые ящики, которые не работают при включенном интернете. Только при выключенном работают. Ну, в общем, смотрите, также их можно найти на уровнях. Собственно, на самом деле, вот это и есть такая штука, которую я не могу сейчас показать. Видите, если на уровнях спрятаны ящики, бывают 3 раза в день. Их можно, как видите, вот там... Ох, рекламу успел пропустить. Как видите, вот ящик нашелся. Просто если проходить уровни, они могут сами находиться, даже без интернета почему-то. То есть 3 ящика в день появляются на случайных уровнях. Как видите, нам нужно их собирать. Это обучение убирать прочь. Как видите, так просто мы его не соберем, да? Нет, не получилось. Нужно делать особый бред. Да? Я забыл, как делать особый бред. Но, как кажется, как-то так. Ну, видите, нужно коснуться ящика особым способом. Колесом. Если ящик нужно ударить. А он замок не открыть невозможно, видите, не открывается. Видите, в деревянном ящике 3 предмета есть. Это шестеренки и неожиданно костюм для свинки. Однозвездочный. То есть однозвездочный, есть 3 редкости. 3 уровня редкости. Если я не доехала, но это не важно. Давайте откроем 2-й ящик, в смысле. Который вот он снова, и тоже так мы просто не доедем. Доказательства предоставлены сейчас. Так все не взять. Делаем то же самое. И еще сильнее. А. Изощреннее. Оба! Ладно, это была плохая немножко идея, но не очень хорошая. Ты-ды-ды-ты! Это можно делать и не так. О, заметьте, у нас, видите, мы выиграли цветной... Ух ты, радужный двигатель и присоски звездочные. Еще пауэрап. Неожиданно. Такого я не видел. Я получил достижение. Собственно, мы собрали 2 ящика. 3-й нам как бы указывает это, но нет. Как видите, новая панелька. Introducing workshop. Видите, можно детальки делать из этих гаек. Видите, мы дали гайки. 99. Зачем? Ну, у меня было 19. Тянем за веревочку, встаем 80. Еще, смотрите, можно сунуть 99. Да. Вот, смотрите, таким образом мы заново начнем сейчас. Так. Не нужны 99 туда сувать. Еще раз сунем. Видите, однозвездочный это 80, двузвездочный это нужно 120, 160, а трехзвездочный нужно 360. Или 320. А. И сейчас мы заведем что-то однозвездочное. Что однозвездочным развели? Двигатель еще один. Розовый. Угу. Видите, вот они, новые детальки. О, что? Ух ты, золотой ящик дадут за покупку Field of Dreams. А мне не дали. Видите, мы открыли костюм для свинки. Вот, можем менять, смотрите, все время. Вот. То есть можно менять, оставить такой, можно менять. Видите, у них для свинки целых 9 костюмов можно выиграть. То есть они в ящик попадают, либо вот за детальки. Для короля 3 костюма. Кстати, недавно вышло обновление, которое добавило еще несколько деталек. Вот, допустим, вот для деревянного ящика вот эти, видите, еще детальки, 2 детальки, которые... Видите, 3 редкости, 1, 2, и 3 звезды, 3 звезды. Чем отличается? Просто своим внешним видом отличает. То есть 3 звезды никаких бонусов не дают, просто декоративность. Видите, вот они все. Колеса с удочкой добавили в недавнем обновлении. Что у нас? Видите, вот, вы можете смотреть, у меня они все открыты, я вам покажу, что я открыл потом. О, двигатель. Только я вам не могу их показать, потому что у меня нет сейчас двигателя. И вот эта присоска. В общем...
Вы поняли, я хотел вам показать сюжетное видео, которое сейчас будет. Которое я открывал здесь. И у нас нет деталек. А, у нас есть магазин, в котором можно выиграть еще кое-что. В магазине бесплатный ящик. Был когда-то. И теперь мы придем сюда для того, чтобы поговорить с утками. Вам не надоели эти утки? Мне они мешают. Собственно, зачем я теперь здесь мы снимаем? Потому что я хотел вам еще показать, что я собрал здесь. И заодно это еще пособирать. Во-первых, глядите на это чудо, как много всего. Я уже собрал достаточно много, смотрите как. Я не буду на каждую картинку тыкать, я не знаю, зачем я это делаю. В общем, как видите, у меня не все собрано, но много достаточно всего. Смотрите-ка внимательно на все. Вы можете посмотреть на это, мы потом будем этим развлекаться. Ха-ха. Забавно. Вот-вот-вот-вот-вот, это такое чудо. Золотого не так уж много, но на самом деле достаточно много, чтобы быть большим. Это, смотрите, какой бред. Наковальня. Я, пожалуй, ставлю наковальню, это лучше, чем кусочки золота. Ведь много, блин, трехзвёздочного, это золотого всего. А так в основном и все. Итак, давайте начнем, пожалуй, сначала с еще одних попыток распаковки сундучков. Я не помню, где они находятся, вот видите. Как бы я могу их искать, но нет, я не буду их искать сейчас. Извините за шум. Давайте я сделаю посмотреть видео. И вы неожиданно увидите, что приложение BitPixel остановлено. Я сломал игру, извините за это. Сегодня, помимо того, что мы откроем еще ящички, я попробую пройти песочницу, собрать там звезды. Хотя у меня песочница и пройдена, но я попробую собрать звезды, которые там были. Я вам покажу, где они есть. И заодно я покажу вам не только это. Слушайте, почему игра сломалась? Не должно было все работать. Ну что же это такое? Прошу, пожалуйста, внимание. Watch a video to find the level. Теперь с помощью хитрым образом я попускаю, смотрите-ка. Я ничего не вырезал, все работает. Идем на уровень. Уровень представляет себя, как помните, как там, Tusk Till Dawn эпизод. Эпизод. Ой, блин, как далеко ехать-то. Вопрос, куда? Я черепок не собранный. Это бы стоит исправить. Где? Где? Ёшки-картошки. Придется далеко лететь. Но я готов. Хотя, смотрите, как оно летит вообще? Давайте изменим все, что у нас есть, чтобы было красиво. Ну как красиво? Для этого вот совсем нет костюма ни одного. Давайте изменять совсем по-разному вот это вот. Такой блок будет. Это будет такой вот блок. Видите, можно вот так расширить, чтобы было только те блоки, которые есть у нас. И давайте колесико еще изменим зачем-нибудь. Вот такое чудо. И это тоже будет золотым. Итак, полетели аккуратно. Непонятно, почему я не собрал там этот черепок. Он достаточно простой. Давайте-ка я соберу его. А потом мы полетим дальше. Ведь я черепки не все собрал еще до сих пор, потому что ведь они не нужны. За них ничего не дадут больше, кроме как... Я понял, почему это тяжело. Потому что далеко лететь. Ну-ка. Но мы все равно долетим это. Мне что, сложновато? Что-то ведь аккуратить? Аккуратить я тяжело могу, как вы помните.
Забавно, что-то я не помню твой уровня. Ну или помню, но просто он какой-то странный. Вот, и туда похоже. Что? Ладно. Сейчас конструкция у меня была построена заранее тогда еще. Когда я тут проходил все. Давайте-ка. Скорее всего, мне попадется там, что тоже, что тоже уже было у меня. Проверим. И это три предмета, которые, скорее всего, естественно, бабах. Сейчас баг исправили, и все теперь дается. И теперь, смотрите, из меню паузы можно перейти снова туда. Посмотрим опять рекламу, которую не посмотрим. И продолжим. И это где-то здесь. Недалеко, да? Да, совсем легко. Сейчас, по-моему, я построил именно так, чтобы было все хорошо. Даже переставлять все не буду, но ладно, буду. Вопрос, как оно было? Ошибка. Как же оно было-то? Возможно, нужно полететь. Это будет легче. Почти. Может, как-то так. Но как-то я не успеваю все равно. Вот, так должно получиться, да? Какой ящик. Блин, вы ничего не видите, да? Что-то выиграл? Ничего снова. И, может быть, в золотом попадется что-нибудь хорошее. В смысле, в серебряном. Золотые, кстати, иногда тоже встречаются в этих местах. Ну-ка. Извините за шум. Ах, да, у меня тут другие зонтики. Сейчас я все изменю, извините. А насчет свинки мы сделаем вот такую. Это обычный зонтик, кажется, да? Или нет? Нет, тут у нас... А, тут все обычные зонтики. Это что-то легко. Проверка, что попадется мне. Что-то плохое, да? О, новая бутылочка! Нет, она старая. Зато у нас есть кристаллики, чтобы сделать золотой предмет. Сейчас я это соберу. Где оно? Да? О, даже больше, чем нужно. Что, засовываю. Сейчас из золотой предмет всегда попадается новый. Ну, в смысле, из этого автомата всегда все новое. Поэтому это выгодно. Теперь гораздо лучше все. Что у нас тут такое? Два камешка, да, у меня было три кирпичика. Где новые? Ну, новые. Зато у меня все собраны эти золотые штучки. Все. На сегодня не все. Хоть я и сказал все. Zero Toil Polkado, второй уровень. Он не темный, к счастью, поэтому вы все будете видеть. Я заранее отметил на листочке бумаги все звезды, чтобы их не забывать, какие я собрал, какие нет. Как вы помните, звезды собранные прозрачно становятся. Ну, давайте полетаем, собираем звездочки, которые легкие. Я уже помню, что там что-то сверху есть. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Ага. The First Star. А теперь ждать, погодите, нужно. Вам яркость нужна больше. Ну все, собрал звезду одну. Надо пометить. Для такого ж у меня дела есть фонарик. Вы услышали фонарик? Я зачеркиваю звезду. Продолжаем. Да, я буду так делать, извините, но придется. Чтобы не забыть. О, тут еще этим, блин, ворота есть. Смотрите, ворота открывают. А, надо выкинуть через ворота, да? Звезду вот эту. Я все испортил. Кажется. По-видимому, все сломано. Ладно, видимо, нужно было по-другому. Давайте потом.
Сначала, во-первых, здесь можно провалиться. Ха-ха, собрал. Чик. Где эта звезда была? Звезда под мостом, значит, да? Готово. Полетели дальше. Сначала собираю все простые звезды, то есть которые без дверей, потом давайте с дверями. А вот ту звезду, наверное, наконец оставлю, которая сначала. Вот это. Опять всем заметно, всем видно. Никто даже не пропустит такую звездочку. Ну, кроме меня сейчас, который прилетел мимо просто. Но это не пропуск. Молодец. Отмечаю эту звезду, которая находится в какой-то гадости. Готово. Потому что ведь после перезапуска звезды все равно не появятся заново, чтобы я не собирал повторные. И чтобы я собирал определенные. Так, поехали тихонько. Вот, допустим, мы начнем заново, и все появится снова, да? Все появилось. Давайте полетим пока тем звездам, которые еще не собирал я. Я пока еще не вижу, куда я лечу. Давайте, по-моему, снова собрать ту звезду, которая застряла. Нужно было точно, надо было нажать, и оно потом... Блин, оно же улетело бы вниз потом. Что? Оно бы улетело вниз. Оно бы все равно улетело, нужно было там остаться, я понял. Еще какие-то динамиты, которые... Надо, называется, уклонись от них. Это не так называется, но просто я так сказал. Блин, сколько кнопок, они здесь повсюду. Ты поймешь, куда ехать дальше. Куда я еду сейчас? Зачем? Так. Ну да, вот сейчас звездочка. Как помните, я тут криво летаю. Готово. Эта звезда была под дверями. А, кажется, где-то здесь. Готово, отметил. Так, что же нам еще сделать? Тут надо лететь отдельно птичкой. Свинкой, в смысле. Хоть не перепутал с зомби и растениями, да? Кажется, здесь опасно. Нужно, наверное, ехать на колесах-липучках. А что я тут делаю? Тут ничего вообще нет. Полетели наверх. О, нет, о, нет, о, нет! Сейчас я вспомню карту. Карту. Так, вот еще звезда. Под каким-то мостом еще. Погодите, как это место... Если я не смогу это запомнить, оно было здесь, ну да. Готово. Так, ворота зеленые. Неважно, потом. Испытание хочу сделать. Не проехать. Но! Даже так не проехать, говорят. То надо либо на шариках, либо на чем-то ином. Куда же попасть дальше-то? Кстати, вопрос. Чё я делаю? Зачем я не показываю детальки? Почему я не лечу с детальками? Вопрос. Отвечайте. Лучше забыл. А вот зеленая кнопка. Зеленая кнопка найдена. И найдена вот эта еще звезда. Пауза. Звезда, которая находится совсем сверху. Отлично. Не так уж и много осталось. Я не знаю. Тут минута 20. Я, кстати, не... Монетка? За это дают монетки? А что насчет вот этого? Тут нужно... Это...
Что-то... Нет, не сломается. Ну, в смысле, сломалась уже машинка, но... Звезда собрана. Сейчас меня выкинут из этого места. Надеюсь, нормально. Так, хорошо. Стой, собрал звезду, которая находится между вентиляторами. Давайте полетим. Целевому. По целевому. Красный. Открыть красные ворота. Где они? Красный был здесь. Чтобы открыть красный, нужно поместить туда блок. Во-первых, давайте-ка мы изменим все. Почему у меня не золотой пропеллер? Где мой пропеллер? Я хочу пропеллер. Мой пропеллер золотой. А мне золотых нет. Давайте возьмем такой металлический. Итак, металлический пропеллер. У меня только бронзовый, кажется, да? И костяной есть еще. Так. Одно золотое, другое будет костяное. Нет, бронзовое. Одно колесико золотое. Другое будет глазное. И возьмем ту штуку, которая цепляется. Наковальни. Вот это, допустим. Ну что, полетели на ту звезду. Сейчас я вспомнил кнопку. На самом деле не так уж далеко кнопка. Так, ну-ка, две руки нужны. Надо приземлиться аккуратно. Опа, готово. И лечу дальше. Ну вы поняли, что я лечу дальше, просто я повторяю это. Не сломаться, главное. Готово. Отмечаю. Ладно, давайте соберем ту звезду, которая там. Которая находится... Блин, надо было заменить еще блоки. Синюю звезду, которая на кнопке. Надо было заменить еще блоки, чтобы они были иные. Сейчас главное находиться на кнопке долго просто. И теперь звезда улетит куда нужно, да? Чёртик. Не вышло. Но мы можем туда попасть. Если оставим здесь что-нибудь... Вот эту штуку, то же самое. Полетели. Сброс. Произведен. Ну да, оно бы не упало все равно. Возможно, получится, возможно, не получится. Еее! Ну-ка. И next star collected. Угу. У нас есть еще звезда снизу. Снизу есть две звезды. Давайте посмотрим, где они. Давайте посмотрим, где они. Я говорю, давайте посмотрим, где они. Угу. Одна звезда, значит, у меня находится здесь. Это какую я звезду отметил-то? Это звезда, которая... Ну да, это вот эта звезда. Там еще есть вторая. Там нужно просто свинку сбросить. Сейчас мы ее на веревочке понесем. Блин, на веревочке не получится. Придется... Это, вот так вести ее. Или даже вот так вот. С деревянной колесой. Вот это мы сделаем тут. Видите, у меня крутой блок есть. Металлический. Что же мы наделали? Костяной есть тоже. И у меня еще есть красный. Красный металлический. Так, ну что? И нужно динамитус. Динамит взрыва. Нитро. Я опустил, чтобы не взорвалось. Итак, мы готовы лететь? Я готов. Спускаемся аккуратненько. Облетая преграды смерти.
А молодец, высадил свинью не там. Ну, нет. Ать, облет нужен. Блин, аккуратнейший нужен. Летим туда. Блин, я сейчас подумал, есть ли пропеллеры эти? Деревянные пропеллеры или металлические вот эти? Зачем? Ну, как бы они есть и так... Декоративно-ти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 -
Вот чертик. А, можно свинью высадить и оставить ее, знаете где? Ее потом толкать. Что же вы делаете? Вот так. Получено. Я отмечу это. Надо теперь то же самое с звездой вот там. То же самое. Или как-то сверху можно облететь, взорвать. Ну-ка. Чёртовы звёзды. О! Вах, как это получилось? Да, блин, туз. Ну, давно я такого снова не произносил. Да вы что, окартофелились? Да вы куда сбиваете влево? Так, осторожненько. Бом. Нет. А, да, смотрите. А, нужно вверх. Чтобы вверх, нужно сначала свинью спустить аккуратно вниз. На шариках. То есть мы вот так вот сделаем, чтобы оно вверх полетело. И на шариках, королях. На аккуратных шариках. Главное, чтобы не полетело вверх. Нам не помешает лопнуть шарик один. Так, хитрости работают мои. Теперь летим как-нибудь просто с помощью аккуратного пути. Ёх! Главное не все лопнуть. Так. Аккуратно и осторожно прицелиться. Шарики не нужны или нужны? Слушайте, как чак-то, с какого я не нажимаю, я просто держу кнопку рядом. Бам. Йеху! Собрано. Next star, это ждет нас где-то примерно здесь должно быть. Я собирал эту звезду, слушайте. Я свечу на экран, я свечу на экран. Так, я собирал эту звезду, я тоже вроде собирал. Я собирал эти звезды или нет? Слушайте, чё? Кажется, я эти не собрал. Почему? Давайте собирать. Если собрал, извините, что снова собрал. Где мой пропелёк? Пропел. Давайте возьмем костяной. Костяной. Так. Ну-ка. Что за цифра? 6-6? Может, это секретный код шестерки? Что это значит это? Так, мы тут были уже, все ясно. Так, сначала то, потом то. Раз, есть. Забавно, монетка. А зачем одну монетку? Это мало. Давайте здесь остановимся. А я пока отмечу. Итак, дальше что у нас? Это мы собрали, и это мы собрали. Все. Остается, блин, звезда снизу еще. Которая находится вот тут, вот где? Вот здесь вот. Можно снова запульнуть, либо сбросить свинью вниз. Проще будет сбросить свинью вниз, главное, чтобы она не летела мимо. Делаем снова то же самое, как картофельное дело, что мы и делали.
блока. Не нужно. Определенно не нужно, иначе ничего не вывалится. Такой вот деревянный, прям деревянный. И лететь. Дурачок, не ломай. Вопрос, что сломалось? И на кой черт мне колеса? Где? Примерно тут, кажется. Под этим всем. Так. Стойте, нет. Чуть подальше, кажется. То место. Ты вообще не то место. А, нет, то-то. Вот туда. Еще дальше лететь. Свин. Молодец, картошка. Я не знаю, как точно мне долетать до этого места. Не! Опа, не коснулся, потому что я... Ого. Забыл, зачем синяя кнопка нужна? А, это чтобы там. Блин, вот тут еще кнопка желтая опасная, да? Что я делать? Тут нужно просто сбросить блок и убежать от желтой кнопки. Да вы издеваетесь, что ли? Я просто хочу безопасно долететь. А эти машинки как-то криво летят. Нет, 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 нет. Это место, нет, нет, это место. Вот это место, вот это место. Аккуратненько, главное сейчас, чтобы свинья не улетел никуда. Готово. И мы собрали и ту звезду. Нам остается звезда вот эта. Чтобы здесь доехать, нужны липкие колесики, либо какой-нибудь двигатель мощный, чтобы залететь туда. И звезда вот там, то же самое. Нужно без пропеллера ехать. Как на каком самолете получится это сделать? Ну, испытание давайте устроим, самолетные. У нас ведь есть суперкрылья, которые тоже измененные. Мое любимое золотое крыло. Ой. И хвост вот этот. И... Что-то он летит слишком высоко, не? Слушайте, крыло тоже не подойдет. Мне нужно на шарик долететь и спуститься аккуратно. У меня есть и это. У меня есть кексики. Долететь на шарик, говорят. Долететь, значит, наверх. Просто главное тихо спуститься потом. Тихо! Мне нужен двойной сторон пропеллер. Главное не врезаться в эту башню. А что главное понять, где конец карты. О, там еще может попасть, кажется. Давайте, опа, лопнем шарик один. И тихо летим. Что? Шарик лопнул? Нет, не лопнул. Сейчас лопнем второй и спускаемся. Ой, как-то я не туда спускаюсь. Блин. Ну, аккуратно придется влететь сейчас. Кто лопнул шарик? Что? Кто лопнул? Никто не лопнул. Смотрите, как хитро. Собирал, помню. Не, тихо. Тихо, осторожно. Ну, давайте так. Ура! Теперь главное спуститься вниз еще. Ха-ха, тупорылость. Я сейчас отмечу то, что я собрал. Звезду, которая сверху, кривая. Нам остается звезда с воротами. Еще две звезды за воротами другими. И еще звезда вот эта. Смогу ли я собрать так, или мне нужны любкие колеса? Мне нужны либо любкие колеса, либо что-то фейерверчное. Давайте любкие колеса. Сейчас у меня они тоже цветные есть. Золотые. И вот такие. Так, что делать? Лететь на колесах? Да, только аккуратно.
Больше шариков, больше шариков. Вместо этих троих мы возьмем королей. И один. Ну, только это опасно. Во-первых, что? Вот это такое. Во-вторых, вот так. О, все летит. Так, то же самое, спускаюсь, но не касаться земли. Бы нужно. Проблемно возникает этот момент, будет. Лопнул шарик один, лопнул шарик второй. Лопнул третий. Быстро опускаемся слишком. Коснуться земли не получится, не коснуться. Ну-ка, ну я стараюсь снова. Плохое место. Зеленый ключ. Зеленый недалеко, кстати. Не так уж и сложно. Но, смотрите, хитрость. Опа! И все, я уже снизу. Ну, туда хватит. Покатились. Вопрос, что так медленно? Но я надеюсь, заеду. Вопрос, чё? Почему? У меня супер двигатели, почему оно не едет? Тут оно едет? Лопни шарики. Куда ты? Оно так не хочет ехать. А как насчет легких блоков, легких? Совсем. Давайте классические деревянные. Потому что я не включил колеса, я понял. Я включил не колеса, я включил. Я включил пропеллер, а не колеса, я понял. Все, лупин снова. Дурачок. Картошка. Картошка. Ой, как это глупо. Не касались у меня лопнули шарики сами по себе. Что это за звуки? Это звуки включения метеликрыляторов. Метеляторов, то есть. О-о-о, едь! Вот так шутка. Врать не стану, бред какой-то тамана. Включим колеса. И улетим отсюда дальше. О, да. Вышло. А то опять не спастись. Вы что ли издеваетесь? Ладно, но у меня липкие колеса, я доеду. Вот. Ладно. Естественно, не засчитали. Я засчитаю с помощью, потому что у меня вот это. Вопрос, что оно слишком высокое? Нет. А, летим снова. Как же это глупо. Не врежусь. Спускаемся побыстрее. Ну, вот такой вот называется, видите, это... Я не знаю, как назвать это. Поход за звездой специфический, специальный. Видите, чтобы специально для одной звезды подобрать правильную конструкцию. И только для этой звезды. Остальные можно полетать, собирать. О, я не сломался. Поехали, поехали, поехали. Собака, ты застряла. Вопрос, как оно могло застрять просто так? Вопрос, чё?
Смотрите, едет. О! О, да. Собрано. Отмечаю. Давайте навязчивый рейд. То есть... Это я так хотел назвать это. Так. Я это так и назову. Итак, зеленые ворота, зеленая кнопка. Туда. Полетели сразу не на шариках, а на летунах наших. Пропеллеры, который будет опять другого цвета. Деревянный. Хоть на деревянный, но не сломается. Ну, с него бронзовая штука. Вместо этих колес возьмем классик. Глазастик. Давайте поменяем снова. Смертоносная ловушка. Свинья в клетке! Инцитрап. Вот так. И вот так. Вместо колесика обычного возьмем еще какое-то розовое. Ну, разнообразие, чтобы было. Ух ты, вот это у меня еще нет такого. Так, что делать? А, сбрасывать. Давайте эту штуку с другого цвета будет. Я думаю, я на шариках. Все, лечу. Ой-ой-ой, кто знал, что такая скорость? Я думал, гораздо медленнее лечу, чем там. Что, зачем вот эта яма? А, там еще звезда. Сейчас там динамита у меня нет, как в случае со свиньей. Нет! Извините, не то. Кнопки не так близко. Я забыл, куда лечусь. А, сюда я лечу, все правильно. Вот сюда, вот, чтобы сбросить тут. Разблокировать врата. И взлететь туда. Чик. Готово. Итак, мы забрали еще одну звезду, которая находится там. Теперь бы нужно залететь туда, где звезда. В большой яме. Или я собрал эту звезду, которая вот эта... Помните вот эту вот кучу, где нужно туда залететь? Я сюда забирался? Нет, я сюда как-то не забирался. А, это та звезда, которую я отметил, кстати, да. Все правильно, это она. Ну, просто сбрасываем свинью туда. Готовы? The pig time. Сюда. Замит за решеткой. Свинья свободная. О, спас мир любым случаем. Нажал на случайную кнопку. Насчет второй песочницы я не знаю, буду ли показывать, потому что она, во-первых, темная. Если я буду снимать сутками, то не получится ничего. И, конечно же, все могло произойти так, что свинья якобы попала, но... Но что-то упало. Зачем я летаю с колесами? А, все правильно, так и нужно. Нет, вот это нет. Что сломалось? Свинья сломалась? Вы издеваетесь, что ли? Во-первых, оно ничего не ломается, потому что все летит спокойно. Так, а чего такого могло произойти, вот этот бред? Спасено. Ну-ка, пик. Могу отметить я это. Остается звезда за желтыми воротами. Чтобы собрать желтые ворота, нужно осторожно на кнопку прилететь. Сейчас мы это сделаем. Аналогично со сбрасыванием. Красные опасные штуки. Опять я лечу аккуратно.
Зачем я так высоко лечу? Мне нужно ниже. Так, 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 так. Вот это место. Теперь нужно убегать. А где динамиты? Слушайте, чё? А мне казалось, тут были динамиты. Это баг или где? Мне казалось, тут были динамиты. Сейчас мы это проверим. Может, они уже деактивировались как-то? Ха, то тут были динамиты на каждой полке. Но неважно, мы залетели, ехали. Перезапуск. Где динамиты? Тут были динамиты. Ладно, я отмечу это место. И смотрите внимательно. У нас остается собрать последнюю звезду. Мой план здесь. Сейчас я вам покажу в конце. Вот эта звезда осталась. Звезда последняя. Ну, как вы будете собирать эту звезду? Вопрос возникнет у меня. Кстати, рычаг у меня золотой. Хороший я. Потому что рычаги золотые только у людей хороших есть. Где мои колеса-липучки? Нам нужно хотя бы дружноцветная золотая машина. У меня еще нет золотого блока. У меня есть золотые самородки зачем-то. Так, что будем делать? Возможно, динамитом. Но это не поможет. Надо то ли свинью на шарики пускать туда, а потом лететь. То ли на ракете. А потом взрывать как-то ее в сторону. Потому что если ее взорвать, то свинья тупо ударится в потолок и упадет назад. Я забыл, как я правильно это делал. Или какую-то строил ракету, которая взлетела, а потом в бок летела, да? Да. Чтобы такое нам сделать, нам придется осторожничать. Во-первых, нужно пусковую площадку построить. Во-вторых, что-нибудь легкое сделать. Что-нибудь открепляющееся. Вот хотя бы так. Нужно как-то взлететь и потом еще в сторону полететь. Свинья может быть в центре сидеть. Забавно, у меня фейерверки. Еще такие. Может, это полетит вот так. Значит, поехали с двигателем золотым. Я не помню, как точно нужно было это проходить, всю эту тупость. Оно само кривое. Кто знает, получится ли это пройти у меня сейчас. Я не знаю, кто знает. Может и нет. Во-первых, давайте полегче. Эй, полегче. Что? Постойте, что? Что вы делаете? Показалось, что ли? Ну, видите, какую звезду мне подсунули? Давайте динамитить, ладно. Или вот эти делать, нет. Хотя... Не, ну видите, так ничего не получится, скорее всего. Не поэтому, нет. Сейчас все будет. Или ничего не будет. Не обещаю, что пройду это все. Во-первых, свинья коробка. Коровка. Я не знаю. Хорошая свинья.
Вторая попытка. Видите, ничего, ничего. Пока. И со взрывом то же самое. Нужно, видите, какой-то... Хотя, стойте, шарики. Я говорил про шарики, да. Но я их не использовал почему-то. Давайте проверим, как я не использую шарики. Нет. Нужно свинью сделать так, чтобы свинью можно было отпустить. Возможно, я сейчас дойдусь. То есть так не пролететь на шариках, потому что... Они лопнут. Я сдаюсь. До свидания. Чудесные детальки, конечно, разноцветные. Но они исключительно декоративные, и поэтому пройти вам не помогут. Это... Вот почему это снято видео вместе с песочницей. Свинья в броне. Свин в короле. И пока, всем пока, до свидания. Ха-ха. А когда я вам обещал показать картинку? Смотрите-ка, вот. Я отметил здесь все, что отметил. Все звезды, все свиньи, какие собрал. Вот это мы не собрали. Вот это вот звезду. Ну ладно. Тут знаете, что вышло? Еще одно обновление. Глядите-ка. Ух ты, новый костюмчик. Можно посмотреть? Можно посмотреть. Я знаю. Ух ты. Ведь можно еще. Давайте посмотрим, что еще может выпасть у меня. Может, что-то новенькое? Короче, вышло еще одно обновление. После того, как я снял то видео. Как те видео, которые были. Да, еще много больше деталек. Но это было. Это еще во втором обновлении. Глядите-ка, новые костюмы для свинок, во-первых. Забавно. Видите, новый костюм для свинок, новый костюм для полицейского, для... Всякие цветочные, смотрите, цветочные рамки, цветочные колесики, где они? Вот они, механические, ну, вот эти колесики, они цветочные. Забавно, какое-то еще колесо непонятное. В общем, новые пропеллеры несколько, маловато, но все же есть новенькие. Вот новый зонтик один, кажется. Новые банановые шарики воздушные. Ну и вообще-то все. Почти что ничего больше нового нет. Просто несколько новых деталек с обновлением. Забавно? Да. А теперь уж, наверное, точно пока. И увидимся, когда будет большое обновление какое-нибудь еще. Большое, действительно, чтобы уровни были. Эх-эх.